Я не убивал его, Майкл. Но улики против тебя. Меня подставили. Поклянись. Я клянусь. Я вам стоит увидеть тюрьму изнутри. Приговор вступает в силу немедленно. Я тут ищу кое-кого. Парня по имени Линкольн Барроуз. Парень убил брата вице-президента. Зачем тебе вообще Барроуз? Затем, что он мой брат. Я вытащу тебя отсюда. Это невозможно. Для того, кто проектировал тюрьму, нет. Выясни, кто хочет его смерти. Чем ближе развязка, тем больше я боюсь, что все это лопнет, как мы не пустим. Так ты видел чертежи? Даже лучше. Весь план на мне. Теперь мой черед заботиться о тебе.